Ну что, дорогие друзья, новый сникпик у нас подъехал. Я Артих, приветствую всем, здравствуйте, дамы и господа. Я Костя, мой канал, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на новые сникпики, которые анонсировали Фоксы вчера буквально. Хотя не сникпики, а один сникпик. Получается, вы видите его на своем экране. Это, получается, Макларен. Макларен 750S. Вы видите на своем экране, получается, реально прототип этого Макларена. У нас есть Макларен 740S, а будет 750S. Возможно, обнова в эту субботу, хотя вряд ли. Но я думаю, походу, в эту субботу обнова. Я ее не сниму, потому что я уезжаю, так что, пацаны, эту обнову Айрон не снимет, так что максимум, если там через недельку снимет обзор на нее, прям будет так актуально. Я тоже так думаю. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. На таком случае, видеоролик, надеюсь, вам понравился. Вы не забыли поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну а с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.